сегодня предоставила такая возможность пообщаться, узнать о творческих планах, о профессии, у непосредственного самого автора, Татьяны Юрченко. Вот. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я очень благодарна вам, что вы пришли встретиться со мной, познакомиться с жильем. Я снимаю жанр портрет в основном, он мой самый любимый жанр. На выставке вы увидели автопортрет. Почему выбрала? Выбрала, потому что это первая персональная выставка моя. Так я участвую в выставках ежегодных в рамках «Кайфосная группа». Там в разных жанрах я представляю свои работы. Но для знакомства именно с моим индивидуальным творчеством я хотела показать и рассказать немножко о себе. Вообще, автопортрет — это довольно сложный жанр. В том плане, как технически это сделать, так и что именно этим говорить. У меня этот жанр возник, было желание снимать его, потому что я очень не люблю, когда люди делают селфи. Изначально это была борьба антиселфи. Да, это была борьба именно с девочками, которые вместо того, чтобы ходить на фотосессии и делать профессиональные кадры, они все время ходят с мобильным телефоном и снимают себя. Для того, чтобы все, что там представлено, это сделано на профессиональную камеру, естественно, не на телефон, с использованием штатива, автоспуска. Естественно, изначально возникает идея, а потом уже я думаю, как это реализовать. Там очень много разных образов. И на самом деле это все сложно, не так уж просто, как снимать, допустим, портрет другого человека. В таком плане, что я на себя не смотрю в данный момент в зеркало, я себя не вижу, как я выгляжу. И действительно нужно много побегать и продумать все это, чтобы получился желаемый результат. Там вы можете увидеть, что под каждой практически фотографии есть описание, есть стихотворение, которое тоже я сама пишу. И они взаимосвязаны. И хотелось бы вам показать небольшой фильм, с которого, собственно, все началось. Началось это все с того, что я занималась у одного известного харьковского художника, училась у него, и он задал мне задание, чтобы я рассказала фотографиями о себе. Я сделала такое небольшое слайд-шоу, черно-белое, где в основном обо мне рассказывали предметы или люди, которые меня окружают. Сейчас мы их посмотрим. Намучилась, порассказывала именно о себе, поскольку этот труд был для меня действительно титанический, где-то примерно 2 недели я продумывала это все, снимала и компоновала, потом осваивала программу для компоновки. Примерно у меня сразу же как бы рождались эти в голове эти смыслы и идеи. И я поняла, когда я этот фильм сделала и показала на большом экране своему преподавателю, а потом я случайно узнала, что он показывал этот фильм другим своим ученикам, то я поняла, что мне очень хочется продолжать делать такие работы, когда может рассказать что-то не единичный кадр, а несколько кадров, которые склеены вместе в один логичный сюжет и преследующий цель показать, как-то донести свою идею до кого-то другого. При этом я рискнула и сделала такой вот шаг, очень для меня опасный, что своему преподавателю, который мне сказал, что ты продолжай делать в этом роде, но не вздумай мне показывать пейзажи и котикам. И при том, что я очень люблю животных, и у меня 3 котов дома, я решила рискнуть и сделать фильм о коте. И я прям рисковала тем, что я буду выкинута из студии и не смогу продолжить обучение. Но фильм тоже имел место быть. Сейчас мы его покажем. Он называется... Song for the broken hearted.
я смогла сказать, что у кота действительно есть настроение, характер и есть мое отношение к этому животному. И что я могу, собственно, показать другим людям. Дальше я решила не останавливаться на достигнутом, усложнить себе задачу. И задача была следующая. В общем, все время для того, чтобы продолжать развиваться и как-то расти над собой, как это говорится, все время нужно что-то исследовать, что-то изучать. И вот самая большая задача, наверное, которая передо мной стоит, это изучение, непрерывное изучение того, как при помощи композиции что-то рассказывать людям. И вот я себе поставила такую цель рассказать о неживом существе, как о живом, и тоже, чтобы это кого-то могло поразить. Для этого я пошла в парк Горького, снимала там все время одну и ту же статую маленькую. И тоже сделала об этом фильм. Почему тоже статую? Потому что я часто там гуляю, и я вижу, как люди фотографируют себя на фоне статуи и фотографируют вообще сами статуи. И этот фильм был тоже как небольшое исследование о том, что же могу я с этим совсем сделать не так, как это обычно я вижу в интернете. Это у нас... Слякоть и дождь, дом, крики и злость, сердце, страхи, печаль, в мыслях потемки скандаль. Который на ней, на этой фотографии.
фотографии. Он зависит от того, кто фотографировал, от внутреннего мира обоих людей, от того, как они будут накладываться друг на друга. Вот недавно я делала интересное тоже исследование о том, это уже ближе к концептуальной, наверное, фотографии, скажем так, как наложение одних взглядов на жизнь на другие приводит к результату. Что это будет за результат? И вот за основу, как бы образно говоря, я взяла, скажем так, картину, которая изображена на гобелене на стареньком коврике моей бабушки, который когда-то висел у нас в доме. Коврик Салини. И вот если взять за общее, как будто бы это мое мироощущение, отношение к жизни, то я накладываю на этот коврик просто фотографии других людей, которых я делала. И у меня для меня было прозрение, я вот не знаю, как качество проектора нам позволит, это будет оно хорошо видно или нет, как бы. Но сейчас мы проверим, да, как это будет. Каких-то человеческих пороков или с фотографированием людей с низким социальным статусом, каких-то неприличных, нецензурных вещей. Мне... Я больше за классику. За классику, да. Я все-таки считаю, что интереснее классика, и даже мне кажется, что сложнее. Thank you.
вкладывали души действительно в эти маленькие фигурки. Ну, чтобы не сложилось впечатление о том, что я фотографирую как-то только себя или как-то иностранные предметы или животных, я вообще очень люблю снимать портрет и студийный, и уличный, и предпочтение отдаю классическому портрету, то есть тут для меня важна постановка света и ракурсы, и взаимодействие с теми людьми, которых я снимаю. Сейчас вам покажу небольшую тоже такую подборочку сделала, маленькую рыжую девочку. Я как-то человек по натуре скромный, поэтому и не сразу смогла познакомиться с этим ребенком. Но когда-то я просто увидела ее на кастинге моделей маленьких, куда не взяли ни ее, ни ту девочку, которую приводили мы. Но у меня очень сильно запала в душу она. И я буквально 2 года хотела, как бы привлекала ее к себе различными такими флюидами, но не рискнула подойти к родителям и познакомиться. Познакомилась буквально через 2 года в интернете с мамой этой девочки. Просто оказалось, что она тоже из той же сферы деятельности, что и я, и у нас нашлись общие знакомые. И благодаря тому, что она согласилась, мы несколько съемок таких провели с ней. Сейчас покажу тоже немножечко, я объединила, называется. Мама на даче, ключ на столе, завтрак можно не делать. Скоро каникулы, 8 лет, в августе будет 9. В августе 9, 7 на часах, небо легко и плоско. Солнце оставило в волосах выцветшие полоски. Сонный обрывок в ладонь зажать и упустить сквозь пальцы. Витька с 10 этажа снова зовет купаться. Надо спешить со всех ног и глаз, вдруг убегут, оставят. Витька закончил 4 класс, то есть почти что старый. Шорты с футболкой, простой наряд, яблоко взять на полдник. Витька научит меня нырять, он обещал, я помню. К речке дорога исхожена, выжжена и привычна. Пыльные ноги похожи на мамины рукавички. Нынче такая у нас жара, листья совсем как тряпки. Может быть, будем потом играть. Я попрошу, чтоб в прятки. Витька, он добрый, один в один мальчик из Жюля Верна. Я попрошу, чтобы мне водить, мне разрешат, наверное. Вечер начнется, должно стемнеть, день до конца недели. Я поворачиваюсь к стене. 199. Мама на даче. Велосипед. Завтра сдавать экзамен. Солнце облизывает конспект ласковыми глазами. Утро встречать и всю ночь сидеть, ждать наступления лета. В августе буду уже студент. Нынче ни то, ни это. Хлеб получерствый, сыр с ножа. Завтрак со сна невкусен. Витька с 10 этажа. Нынче на 3 курсе. Знает всех умных профессоров. Пишет программы в фирме. Хутор, Онищина, Чернобров. Прямо герой из фильма. Пишет записки моей сестре. Дарит цветы с получки. Только вот плаваю я быстрей и сочиняю лучше. Просто сестренка светла лицом. Я тяжелей и злее. Мы забираемся на крыльцо и запускаем змея. Вроде они уезжают в ночь. Я провожу на поезд. Речка шуршит, шелестит у ног. Нынче она по пояс. 78, 77. Плачу спиной к составу. Пусть они прячутся, ну их всех. Я их искать не стану. Мама на даче, башка гудит. Сонное недеяние. Кошка устроилась на груди, солнце на одеяле. Чашки, ладошки и свитера. Кофе молю, сварите. Кто-нибудь видел меня вчера? Лучше не говорите. Пусть это будет большой секрет маленького разврата. Каждый был пьян, невесом согрет теплым дыханием брата. Горло охрипло от болтовни, пепел летел с балкона. Все друг при друге, и все одни, живы и непокорны. Если мы скинемся по рублю, завтрак придет в наш домик. Господи, как я вас всех люблю, радуга на ладонях. Улица в солнечных кружевах. Витька, помой тарелки. Можно валяться и оживать, можно пойти на реку. Я вас поймаю и покорю, стричь заставлю бриться носом в изломанную кору. 34, 30. Мама на фотке. Ключи в замке. 8 часов до лета. Солнце на стенах, на рюкзаке, в стареньких сандалетах. Сонными лапами через сквер и никуда не деться. Витька в Америке, я в Москве, речка в далеком детстве. Яблоко съелось, ушел состав, где-нибудь едет в Ниццу. Я начинаю считать со 100, жизнь моя с единицы. Боремся, плачем с ней в унисон, клоуны на арене. 21, бормочу сквозь сон, 40, смеется время. 40 и первая седина, 41 в больницу, 21, я живу одна, 20, глаза бойницы, ноги в царапинах, бес в ребре, мысли бегут в присядку, кто-нибудь ждет меня во дворе,
кто-нибудь на 10-м – 10. Кончаю 4-й класс. Завтрак можно не делать. Надо спешить со всех ног и глаз. В августе будет 9, 8. На шее ключи таскать, в солнечном таять гимне. 3, 2, 1. Я иду искать. Господи, помоги мне. Владимир Лилюк, я у него училась. Значит, мне очень нравится Владимир Полищук, это у нас украинский фотограф, не помню какой это город, Бердичев, да. Вот очень много работы, очень вдохновляли. Прямо мы сидели, анализировали его работы. Сейчас мне очень нравится Сергей Спирин, это то, что слайды были, видео вместе с фотографией. Очень работы нравятся мне Антонио Аморе, который занимается наложением на портрет, на женский портрет картин различных изображений. Потом мне нравится ряд преподавателей из Creative Life, это Ёрская школа фотографии. Линси Адлер мне нравится, потом Филипп Комс и Кристофер Найт, особенно портрет классический, очень для меня было большое открытие. Здесь часто мы не видим его. Ну и часто, я не могу сказать, что это один и тот же автор, я экспериментирую с разными направлениями, потому что, опять-таки, это продиктовано людьми, я снимаю людей в основном, и у них разные предпочтения. Все-таки нужно не только мыть свою линию, но и пытаться как-то соединить предпочтение клиента и свое поведение, чтобы это было как-то обречено в одну общую форму. И нашим, и вашим. Из этого рождаются какие-то новые направления. Это очень странно. Может, хотели бы еще в каких-то жанрах попробовать, ну, например, пейзаж или вот, театральная фотография, или там макро, может, ну. В макро пробую и люблю снимать как называемые советскими объективами. На Гелио 40-2 у меня есть, и есть у меня пару карацейзовских объективов, я люблю снимать, называется у меня такой альбомчик есть «Приятные нерезкости». То есть там практически все размыто, но очень нравится эта тема. Хочу изучать аналоговую фотографию, то есть пленочную, поскольку остались от родителей, аппаратура осталась, лежит неиспользованная, есть большие возможности. По этому поводу театральной фотографии тоже иногда сотрудничаю с театром и снимаю. Но мне больше нравится снимать не спектакли, а делать отдельный проект, потому что актеры, настоящие профессиональные актеры, действительно очень интересно работать. Это очень глубокие люди. Как вот, ну, хотелось бы поподробнее знать о проекте, вот вы говорили, балет, ну, с балетом, который происходил на ферме. Вот как работалось в этом проекте? Это вообще очень интересная тема. Так получается, я когда снимала эту маленькую девочку-статую, она же балерина была. Это было 2 года назад, и мне хотелось на самом деле снимать настоящего балерина. У меня подруга моя детства в оперном театре нашем танцует, но снимать ее не разрешали. Буквально недавно я получила разрешение, чтобы снять ее в студии. И потом, после этого, я сразу снимала коммерческую съемку косметолога в салоне. Казалось бы, какая связь? Муж директора салона посмотрел эти мои работы и говорит: о, а я занимаюсь раскруткой фермерских хозяйств, и у меня есть такая мысль загнать балет наш на ферму и сделать общий проект. Как вы на это смотрите? Я говорю: я за, положительно. Мы пошли на переговоры в оперный театр, и они нам дали добро, выдали нам пользование 4 балерин и 2 балерунов, и мы действительно на сыродельческой ферме под Харьковом 3 дня мы снимали проект. Балет на ферме. Это будет сыродельческое?
Да, мы все. Все хорошо. Да. Замечательное хозяйство. Вы там и ночевали? Что могу сказать, что действительно работники балета были в белой одежде. И ходили мы, были мы в коровнике, и в загородках, и с котлами, и со всем. И они были абсолютно чистыми. То есть это показатель развития, да, современного фермерского хозяйства. Потому что многие люди хотели это опошлить, конечно, чтобы в свинарнике, в грязи. А на самом деле это было очень элегантно и красиво. И действительно, очень интересно себя проявили артисты балета. А как он? И корова, да, они все общались, корова родила теленка прямо перед нами, мы снимали в загородке, они там стали, мы всех их выставили в позу, и вдруг одна девочка кричит: ой, что это, посмотрите, и там уже показались ножки, и быстренько, буквально за 10 минут, ну, уже у меня даже есть кадр, где стоит балет, вот они в позе выстроены, и тут несут уже этого теленка, и девочки доили сами козу. Это ж надо, как раз вы снимали? Да, да, и очень быстро. А балерию не встречали запах? Там запаха практически никакого бы не было. Да. Вот настолько все чисто и стерильно, что... Ну, они подготовились. Они знали, что... Нет, на самом деле сейчас очень даже это развито, это хозяйство, и когда частное хозяйство, оно очень сильно отличается от государства. Ну, бабушка деревня тоже не валяла в коровнике, все время отбиралась чистить. Понятно, если да, у нас было бы вызвано. Ну, у нас там, да, от хозяина. Татьяна, если, допустим, у вас коммерческая съемка, но человек просит показать его с неизвестной ему стороны, было такое? Да, очень часто, я говорила, что очень часто приходят люди снимать даже обычный деловой портрет для сайта, для Фейсбука, для... Там, доктор, кандидат медицинских наук, казалось бы, что там в белом халате. Потом оказывается, что приезжает доктор с чемоданом одежды, и мы начинаем, мы делаем пару кадров в белом халате, а потом у нас начинается какая-то творческая съемка. И потом я смотрю, действительно, будет ли она выкладывать или где-то в социальные сети, допустим, да, выкладываю. То есть не стесняется при том, что там директор клиники нормально, да. Поскольку я просто не снимаю какие-то порочащие людей кадры, стараюсь, чтобы это было... Ну, просят сами, да? И лучше, да, поэтому приветствуют и стараются, да, попросить какой-нибудь творческий кадр. Если еще есть вопросы. О чем ты мечтаешь, Таня, что бы ты хотела еще снять? Ну, мечт очень много. Вот я хочу действительно слайд-муви освоить, мне очень нравится. Вот хотела бы снять нескольких мужчин из оперного театра, я видела в опере. Нацелилась как хищник, я как говорю, на некоторых актеров, и очень хотела бы с ними сделать проект. Ну а там посмотрим, как карта лежит. Хотелось бы просто дальше развиваться, изучать новое и стараться в этом направлении развиваться. Ну, хочу пожелать вам успешных новых проектов, выставок еще не одну. Это первое, да, ваше выставка? Да, это первое выставка.